экстремальный фотограф, уникальный документальный проект телеканала «Живая планета». Вы встретитесь лицом к лицу с опасными и редкими представителями природы в самых недоступных уголках земного шара. Вашими глазами станет объектив Ольги Мичи. Хрупкая девушка задумала объехать весь мир с фотокамерой в руках. Ее цель – привлечь общественное внимание к животным, существование которых оказалось под угрозой. И вы можете помочь им, приняв участие в благотворительном проекте «Экстремальный фотограф». На сотни километров вдоль южной границы Центральной Африканской Республики протянулись леса Дзанга-Санга. С высоты они похожи здесь на густой зеленый ковер, сплетенный из листьев неизвестных деревьев. Они растут здесь в несколько этажей. Но наверху у них такие плотные кроны, что нижние ярусы леса остаются почти без света. Именно здесь, в полумраке гниющих нижних лесов, среди невыносимой жары, где круглый год бесчинствуют дожди и малярия, фотографу Ольге Мичи предстоит найти и снять самых скрытных слонов на Земле, которых ученые называют лесными. В отличие от своих собратьев, обитающих в саванне, здешние слоны редко покидают лес, который почти весь год дает им и еду, и воду. Но шанс найти их там равен нулю, пока голод и жажда не заставят зверей выйти из тени. Чтобы попасть в заповедные леса Дзанга-Санга, Ольге предстояло прилететь в Камерун, а оттуда уже непосредственно в Центральноафриканскую Республику или ЦАР. Правда, влететь в нее Ольге пришлось через черный ход, как называют здесь запасной аэродром Баянга. Экстрим начинался уже при посадке, когда вместо взлетно-посадочной полосы самолет тормозил на 100-метровом укатанном поле. В общем, добро пожаловать в Центральную Африку. После закрытия аэропорта в столице Убанги единственными воздушными воротами страны стал городок Баянга, расположенный в непосредственной близости с национальным парком Дзанга-Санга, где обитает сегодня около 800 лесных слонов. Место, где будет жить Ольга, находится в 80 километрах к северу от Баянги. Отсюда Ольга планирует отправиться в национальный парк Дзанга-Санга. Ехать туда, судя по карте, примерно полдня. А значит, лучше попытаться потом остаться там на ночь с палаткой. Ну а пока есть комфорт, насладиться им. Организовать поездку к лесным слонам вызвался Род Кэссиди, который курирует в Дзанга-Санга программу по защите диких животных. А можно я поеду не впереди, а сзади? Но впереди комфортнее. Да, я знаю, что там удобнее. Но можно мне сесть сюда? Обычно у нас тут ездят рабочие. Я знаю, о чем вы. Но с камерой мне реально удобнее снимать все, что я увижу по дороге из кузова машины. Ну, если вы настаиваете, то пожалуйста. Как только туда забраться? Я?
Если вдруг захочу остановиться, то тогда постучу водителю вот так. Хорошо. Отлично. Ученые называют этот лес многоярусным, потому что деревья, если присмотреться, растут здесь действительно в несколько ярусов. Первый ярус заканчивается примерно на высоте 2-3 метров, последний на высоте 30, а то и 50 метров. Между собой деревья тесно переплетены лианами, причем от корней до самых крон, что делает в сезон дождей лес непроницаемым для солнечных лучей. Чего точно не наблюдается сейчас. У вас все еще сухой сезон? Да, сухой. Даже слишком. Лес стоит без дождя уже целых 3 месяца. И это не совсем нормально. Особенно для дождевых лесов, где даже в самый сухой сезон дожди случаются несколько раз в месяц. А сейчас их нет. Абсолютно. И как же переживают эту засуху местные животные? Засуха заставляет менять привычные места обитания практически всех лесных животных, в том числе и слонов, которые покидают высохший без дождя лес и переселяются как можно ближе к источникам воды. Примером может служить Дзанга-Бай, небольшая прогалина прямо среди джунглей, которую разделяет ручей Дзанга. В сухой сезон там собирается на водопой огромное количество животных. И каков у нас шанс увидеть на этом открытом пространстве слонов? Да еще в такую жару. Ведь мы доберемся туда не раньше полудня. То есть, когда все звери уже попрячутся в джунгли, или на слонов это правило не распространяется? На самом деле, Дзанга-Бай чуть ли не единственное место, где вы можете увидеть настоящих лесных слонов во время засухи. Причем и днем, и ночью. Хотя лучше пусть вам об этом расскажет Андреа. Я знаю эту женщину уже много лет, и поверьте, никто на нашей планете не знает о слонах больше, чем она. Я просто восхищаюсь ею. До появления здесь ученых для местных жителей было нормой убивать слонов ради слоновой кости. И одним из самых лакомых мест была деревня слонов. Именно так переводится название Дзанга-Бай. Но все изменилось, когда на защиту лесных слонов встала натуралист Андреа Туркала, женщина, которой было суждено разгадать тайну Дзанга-Бай и научиться понимать язык слонов. Мне кажется, очень важно, чтобы мир знал о популяции лесных слонов. Потому что именно эта популяция наиболее важная и уязвимая среди всех слонов Центральной Африки. Эти животные разносят семена деревьев среди дебрей дождевых многоярусных лесов. Они кочуют в одиночку, поддерживая связь на расстоянии особыми звуками. И если мы не сохраним их, мы потеряем целый мир. Для Андреа Туркала эта проблема стала очевидна еще четверть века назад, когда она впервые попала сюда по программе сохранения и изучения лесных слонов. Ученая поселилась в хижине, которая была построена на территории парка, прямо посреди влажного тропического леса, который вряд ли можно назвать удобным местом для жизни женщины. Когда я приехала сюда, я боялась очень многих вещей, но я переборола свой страх. Мне не раз приходилось удалять личинки паразитов из ног, страдать от вшей, вызывающих жуткий зуд, от малярии и прочей тропической заразы. Но я научилась жить с этим. Потому что если ты не примешь все это, ты никогда не сможешь здесь работать, так как окружающая среда здесь крайне агрессивна к человеку. Поэтому большинство уезжает через 2-3 года. Одним из тех, кто не уехал и поддержал Андреа, стал наш Род Кэссиди, который на этот раз приехал на землю слонов не один. Привет, Андреа. Привет. Здравствуйте. Хочу тебя познакомить с фотографом Ольгой Мичи, о которой я тебе рассказывал. Рада вас видеть в Дзанга. Заходите, будьте как дома. Как я поняла, вы специально приехали в Дзанга? Да, я бы хотела снять лесных слонов.
В рамках нашего телевизионного проекта, где я с помощью фотографий пытаюсь показать людям красоту исчезающих видов животных. И заодно рассказать в кадре, насколько важно сохранить этих животных. Да, это большая проблема. И хорошо, что хотите это показать. Тем более, что сейчас сухой сезон, и слоны часто посещают Зангабай. Так что у вас есть возможность снять их не в лесу, а на открытой площадке. При этом на вполне безопасном расстоянии. А как нужно себя вести с ними? Прежде всего, вам нужно очень тихо передвигаться, без каких-либо резких движений, и не выходить на саму поляну. А можно ли в таком случае остаться там на ночь в палатке? Ну, чтобы не спровоцировать при этом слонов. Да, можно, конечно. Тем более, что там есть платформы на сваях, где вы будете в безопасности. Отличная возможность проникнуться атмосферой этого места. И насладитесь ночью голосами слонов. Чудесно, я уже в предвкушении. Обещаю, вы влюбитесь в это место. Чертоги таинственной страны Дзангабай наметились в долине, которую разделяет река. За время сухого сезона она превратилась в коварный ручей, где уже успели наследить слоны. Следуйте прямо за мной, чтобы не провалиться. Тут очень глубоко. На самом деле эта дорога называется «Дорога слона». И здесь все время, каждый день ходят слоны. Они добираются до поля, где находится огромное количество солей и других минералов. А потом возвращаются к реке, они здесь пьют воду, потому что после этого, как и человек, они действительно испытывают сильную жажду. Потом возвращаются в лес, возможно, едят свой планктон. И раз в день они все равно возвращаются именно на это поле для восполнения запаса минералов. Поэтому эта дорога называется «Дорога слонов». Преодолев ручей, Ольга и Рот двинулись дальше, вглубь вечно зеленых лесов, откуда уже подать рукой до затерянной среди джунглей деревни слонов – Дзангабай. То, что предстало перед глазами, оправдало самые смелые ожидания. Почти полсотни невероятно красивых животных устроили здесь настоящий шахтовый забой, попеременно погружая свои хоботы то в лунку, то в лужу. Одни пытались подвинуть сородичей с удобного места, другие терпеливо ждали в сторонке. Кого тут только не было. Старейшины, самки с малышами, подростки, ребятня и самцы, гоняющие всех, в том числе непрошенных гостей. Осторожней, назад. Он нас только испугал. Круто. Ольга, назад. Тут лучше покинуть слоновью деревню Дзангабай. Тем более, что солнце клонится к закату, и пора располагаться на ночлег. Эти слоны здесь не так, потому что остановился, они прошли мимо. Они чувствуют себя уязвимыми в лесу, и они, естественно, будут нападать. Как раз, когда мы пойдем обратно, это будет то время, когда они возвращаются к реке. Под голоса лесных слонов, которые невольно напоминают о криках динозавров из кинофильма, Ольга располагается на ночлег. Только звучат они теперь наяву. Эти голоса прекратились лишь под утро, когда долина ненадолго погрузилась в тишину. Насколько возможно, здесь может быть тишина. Но вскоре к этой лесной симфонии прибавился еще один характерный звук, который уже звучал здесь накануне. Так заявляет о себе один из самцов при появлении на Дзангабай.
Сейчас это место похоже на цирк, где выступают дикие слоны, а платформа, соответственно, напоминает трибуну. Осталось научиться вычленять из этой какофонии отдельные звуки. За этими поисками кадра и застала Ольгу Мичи Андреа. Она пришла проверить записи, ну и узнать заодно, как прошла ночь со слонами. Ну, как спалось? Хорошо. Слышали слонов? Да. И у вас, наверное, ко мне возникли вопросы. Мне стало интересно, о чем говорят слоны. В большинстве случаев я понимаю, о чем. С учетом, что слушаю их здесь уже 25 лет. Ну и еще веду видеодневники. Невероятно. Да, у слонов большой словарный запас, который я пополняю здесь, на звуковом рекордере, который я собираюсь проверить. О, а можно взглянуть, как вы работаете? Да, конечно. Андреа, голоса, которые я сегодня слышала ночью, реально похожи на голоса динозавров в фильме «Парк юрского периода». А ведь так и не подумаешь. Да, я тоже помню, когда мне прислали запись фильма с подложенными звуками слонов, я даже не думала, что они настолько правдоподобно сымитируют голоса динозавров. Хотя никто не знает, как они звучали в действительности. Но мне кажется, голоса лесных слонов подошли как нельзя кстати. Мой любимый звук, который слоны издают, это когда они приветствуют друг друга. Он одновременно напоминает звук трубы и мурчание кота. Он как будто из утробы идет. Да, он идет изнутри, но звучать начинает благодаря связкам. Точно так же, как у нас. Это невероятно красивый, долгий звук, который воспроизводится на низких частотах. Хотя часть звуков, которые я записываю здесь, слышат только слоны, потому что они находятся за пределами нашего диапазона. О, а они так хорошо слышат? Да, на этих частотах они обычно могут определить на расстоянии, кому принадлежит этот звук. Часто его используют члены одной семьи слонов, когда разбредаются в поисках пищи по лесу. Я думаю, вы видели, как кто-то из слонов, пасущихся на поляне, вдруг поднимал голову и в ответ на голос, доносящийся откуда-то из чащи, издавал похожий звук. Все это Андреа узнала здесь, на Дзангабай, где каждый день она открывает не только для себя, но и для всего мира что-то совершенно новое из жизни своих подопечных. Собственно, вот так устроен мой летописец. Карта памяти, батарея, а также GPS-датчик, который определяет координаты. Вот, прямо сейчас вы слышали голос одного из слонов. Это он высказывает раздражение другому слону, слышите? Да-да. И кто это? Вы можете его определить? Это самец, молодой самец, который находится вон там, у края поляны, где небольшой ручей. Он всегда пасется в той части, судя по данным диаграммы, которую выдает рекордер. Его расшифровки помогают понять, как реагировать на тот или иной звук слона. Ведь на самом деле слоны не так агрессивны, скорее агрессивны люди. В 2013 году, как раз на этом месте, охотники за слоновой костью убили за один день около 30 слонов. И, как оказалось, спровоцировали сильнейший шок у тех слонов, которым удалось выжить в тот день. После этого и начались вспышки агрессии, которые Андреа наблюдает с тех пор у нескольких выживших самцов. От этого нередко страдают другие члены стада. О, посмотрите, что там? Это один самец преследует другого. А этот звук, напоминающий чем-то звучание трубы, сигнал атаки. Нет ничего хуже, чем оказаться у такого слона на пути. Кстати, все случаи гибели людей связаны с такими вот самцами, которые когда-то пострадали от рук человека. Поэтому мой совет – всегда прислушивайтесь к звукам, которые издает слон, когда вы подходите ближе. Идите тихо, не делайте резких движений. Смотрите, как зверь реагирует на вас. И тогда есть шанс, что слон вас не растопчет. Это предостережение оказалось очень кстати для эксперимента Ольги. На этот раз она собралась посетить другую часть Дзангабай. Сопровождать фотографа Андреа поручила Стиву,
одному из наиболее опытных сотрудников парка. Он сможет правильно среагировать в случае нападения слона в лесу. Идти придется через лес, где очень плохая видимость, но прекрасная слышимость. Поэтому прошу вести себя тихо, шагать очень тихо, потому что слоны сейчас возвращаются на поле, чтобы понять, откуда идет звук, и тогда уже бежать. Передвигаться по лесу и так-то не очень приятно. Все усугубляет невыносимая жара и вездесущие мухи. Не говоря о том, что то и дело вдали чудятся голоса слонов. А как далеко вы можете услышать приближение слона? Примерно 500 метров, иногда за километр. В общем-то, не так далеко. Но у нас все равно будет немного времени, чтобы определиться, откуда звук и куда нам бежать. Да, не переживайте, слон заблаговременно заявит о себе. Плохо, если он услышит нас. Еще хуже, если почует запах. Потому что вы для него враг. И тут вариант один – разбегаться кто куда. Только не по прямой. Хотелось верить, что план Стива реализуется, и при встрече со слоном все пойдет именно так. Но когда похожий на рев голос слона зазвучал вживую, да еще так близко, наш проводник, кажется, забыл про все, чему учил. И просто побежал, схватив за руку Ольгу. Лишь оператор не уловил, что бежать надо всем. Дальше снимать уже получилось так, как получилось. Потому что думать о красивых планах, когда за тобой бежит в лесу слон, нелегко. Но уже то, что нашему оператору то и дело попадались в кадр Ольга или Стив, говорило о том, что все где-то рядом. Сюда, сюда. Ой, я, честно говоря, так давно не бегала. Ой, забег так забег. Это было то, о чем я подумала? Да, слон. Да уж. О, кажется, все целое. Я, честно говоря, забыла про камеру. Просто бежала и бежала. Сама тоже вроде целая. О, вы как, не поранились? Вроде все хорошо. Да, легко отделались. Но самое главное, проводник не просто увел от слона, а привел к Цзангабай с новой стороны. Еще накануне Ольга приметила здесь лунку, куда почти не подходили самцы, и возникла идея снять всю трапезу практически изнутри. И вот Ольга выбрала момент, когда слоны разбрелись по полю, и, покинув зелень леса, засеменила, чтобы не спровоцировать животных к опустевшей лунке. И вот она у края. Еще чуть-чуть. Все. Камера установлена. Можно уходить. Вернее, бежать. Впрочем, ушли и слоны, почуяв запах человека. Ведь ты для них не важно, фотограф или охотник, враг. Если эта теория Андрея Туркала верна, слоны не подойдут. Что ж, остается ждать. Чтобы зверь оставался диким, у него должен присутствовать страх. Лишь бы не ушел совсем. И все же любопытство берет верх над чувством страха. И через минут 20 слоны начинают подтягиваться к лунке. Но самка, почуяв камеру, тут же предупреждает об угрозе остальных. Поднимает хобот и издает низкий звук. Стоп, просто замрите. Дайте слонихе расслабиться. И все-таки, обнюхав лунку, мать-слониха дает добро. Мы привыкаем к ней, она изучает также нас, привыкает. И это максимально близкое расстояние, может быть, я могу сделать пару метров. Попробуем это сделать. Посмотрим, насколько она меня подпустит.
Для Ольги это шанс снять впервые дикого слона вблизи. Ведь дикий слон, на которого направлена камера с расстояния в 20 метров, вряд ли будет смотреть в кадр так убедительно, как дикий слон, который смотрит на тебя почти в упор. Вот так. От первого лица. Такой кадр не снимешь с платформы или бронированного джипа. Он может получиться только если подберешься к животному вплотную, предварительно прислушавшись, о чем предупреждают слоны Цзангабай. И такими кадрами не стыдно поделиться с миром. Но у этих кадров есть вторая жизнь. Все средства от продажи своих фотографий Ольга Мичи направляет на поддержку программ сохранения исчезающих видов животных.